Здравствуйте, мои дорогие зрители, меня зовут Ирина, и вы на моем канале. Мы приехали в Сочи, а точнее в Адлер, вот, и сегодня я вам вещаю с моря. Погодка прекрасна, не так жарко, немножечко, да, облачно, море теплое-теплое. Ну, вообще у меня цель найти именно орхидеи, поездить по магазинам, поснимать, если они тут вообще, и посмотрим, что у меня из этого получится. Попутно поснимаю вам красивую природу, да, вот, такого южного, прекрасного нашего Краснодарского края, потому что здесь прекрасно. Так красиво цветут деревья, пальмы. В общем, я думаю, вам будет со мной сегодня интересно. Мы гуляем здесь по набережной, вдоль пляжа. Смотрите, как красиво. Небо вообще прекрасное. И много-много цветущих растений. Вот, скорее всего, за музыку могут забанить мне видео. Вот, поэтому придется накладывать, наверное. Просто хотела вам поснимать. Не знаю, как называются эти растения, но они цветут по всему городу такими вот прям шарами. Очень красивые, они разноцветные. Белые, смотрите, прям очень темного такого цвета, розовые. Очень красиво. И здесь, кстати, они еще не так обильно цветут. Мы там ехали, там вообще шары были, просто шары. Вот, жалко, нет таблички, как называются. Пальмы везде, вот в другую сторону так. Мы припарковали машину на платной стоянке. И вот к машине такой вот путь. Все зелено, класс. Красота. Сейчас найдем где-нибудь, перекусим. И вот, да, будем попутно искать магазины. Вообще, и продаются ли в Сочи орхидеи где-нибудь. У нас сегодня квест найти орхидеи в Сочи. Ну, в Адлере, точнее. Выезжаем мы с пляжа. Немножечко покажу вам растения, которые растут. Везде пальмы, бананы. Не пальмы, насколько я знаю. Вот, посмотрите, цветут везде деревья. Очень красиво. Много варигатных растений. Меня, конечно, это подкупает прям. Папа, останавливаться не надо. Ты у меня лучше, видишь? Просто надо было чуть-чуть. Вдалеке виднеется парк. Сочи парк. Там прям интересные такие горочки, карусели. Не знаю, может быть, туда тоже сходим. Вон он уже работает. Вот, смотрите, проезжаем мимо Сочи парка. Смотрите, как красиво все цветет. Вообще класс. Думаем тоже туда сходить. Вот, но там прям такие горки для взрослых. Все аттракционы, не знаю. О, как катаются, кричат. Не знаю, с детишками. Есть там что-нибудь интересное? Мы заедем, посмотрим. Решим потом. Посмотрим еще цену. Вот, обязательно вам скажу, сколько это все стоит. Природа шикарная, мне очень нравится. Растения, смотрите, как все цветет. Класс. Ну, у меня сегодня квест именно найти орхидеи в Сочи, так что посмотрим. Заедем в несколько магазинов и посмотрим, есть здесь вообще, есть выбор или нет. Мы решили сразу подъехать к парку, узнать стоимость вообще, ну и все про парк. Так что сейчас я вам расскажу, сколько здесь стоит покататься на аттракционах. Так, заходим в парк. Вот, но здесь такая получается еще не парк аттракционов, а просто парк перед отелем. Все красиво тоже, такие интересные домики. Там прям целый мирок, сейчас надо будет обойти. Также видите эти цветы. Красота. Здесь повышенная влажность, поэтому зелень очень хорошо растет, хотя и очень жарко. В Краснодаре уже все деревья желтые стоят. А здесь все зеленое, пальмы. Красиво. Большое колесо обозрения. На море колесо обозрения, это, конечно, очень красиво. Небо, класс. Я хочу, пап. Я хочу. Я обожаю колесо обозрения. Вот специально снимаю вам цены. И мы сейчас пойдем кататься на колесе обозрения. Вот можете
остановить, посмотреть цены. Вот, и мы сейчас вот это большое колесо обозрения пойдем. Постараюсь все для вас поснимать. Ну все, мы уже сели в кабинку колеса обозрения, и, кстати, здесь все такое новейшее, потому что даже кабинка с кондиционером, чтобы мы не задохнулись тут от жары. В общем, все продумано. Сейчас будем смотреть прекрасные виды. Ты доволен? Вот оттуда мы пришли. Парк. Здесь можно будет сфотографироваться, такое мини-колесо обозрения, кассы. И мы поднимаемся. Кстати, я вам не сказала, этот замок, это отель, называется он «Богатырь», цены там, конечно, очень высокие, вот, ну, кто-то может себе позволить и остановиться в таком вот замке рядом с Сочи парком, ну, и рядом, в принципе, тут и недалеко море. Очень красиво, видите, тоже сделан парк перед отелем, мне нравится. Вид на сам Сочи парк, там катаются, кричат. Интересные, конечно, там горки, но в основном все, наверное, для взрослых. Ну, мы сейчас еще посмотрим, пойдем мы туда, не пойдем. Прям еще цены тоже посмотрим. Вот такой красивый открывается вид. Я уже вижу море там сзади. Олимпийский парк. Как раз вон там вот зажигали огонь. И морюшка. Красота. Вид, конечно, шикарный. Ну, мы сейчас скоро самолетом. Мы почти на самом верху, чуть-чуть осталось. Почти самый верх. Везде красиво. Сочи парк, Олимпийский парк, морюшка. Красота. Вообще. Я, конечно, безумно довольна. Я обожаю кольцо обозрения. Мы на самом-самом верху. Еще будем, а за нами полетим, если мы будем. Орхидеи пока не наблюдаю. Вон же. Цветочки. А, ну цветочки, да, есть красивые цветы. Вышли мы уже с колеса обозрения и идем смотреть, сколько стоят билеты именно в Сочи парке, потому что это отдельно колесо обозрения. Вот, можно купить билеты отдельно, как бы, в Сочи парк. Насколько я знаю, там безлимит, да, и можно кататься на всех горочках. Гляньте, все кричат, катаются. Я, конечно, такое побаиваюсь. Ужас. Идем через красивый мостик. Конечно, очередь гигантская. В общем, огромная очередь. Вот цены написаны. Льготные 800, по-моему, это самый дешевый. В день рождения остальное там 2300, да, по-моему, была цена. Вот здесь вот какие есть аттракционы. В общем, стоять вот эту гигантскую очередь мы вообще не захотели. И мы решили поискать себе другие развлечения, не терять время на это. Вот, специально просто подошла вам цены снять, вдруг кому-то будет интересно. У нас просто не так много времени, вот. А надо все успеть, везде погулять. Поэтому мы решили отправиться в другое место, тем более у меня-то цель найти орхидеи в Сочи. Так что Сочи парк отменяется. Едем искать орхидеи. Нашла еще карту, вот, хочу для вас снять. Собственно, вот все, что зелененькое, это детское. Ну и получается, так как мы с детьми, нам не особо интересно, да, платить за безлимит, там, ну, вот 2-300, и тут всего лишь вот в уголочке зелененькие значки, то, что пустят моих деток. Где тут еще вот чуть-чуть. Ну, в принципе, нет смысла такие деньги платить. Вот, мы пойдем поищем себе другие развлечения. Все, мои мужчины уже убежали. Где вот их искать? В общем, я пока снимала. Мои мальчики куда-то ушли. Я тут вхожу. Немножко потерялась. Как, знаете, в КВН. Я потерялась. В общем, хожу сейчас их ищу. Надо будет сейчас звонить, спрашивать, где они. Ну, очень красиво. Гуляешь, очень приятно. И сегодня не так уж жарко, поэтому вдвойне приятно прогуляться по такому прекрасному парку.
Смотрите, как красиво. Везде стоят какие-то фигурочки, все так, не знаю, продумано. Везде цветочки. Видно, что за этим всем ухаживают. Везде стриженный газончик. Ну, в общем, красота. Смотрите, какая королевна. Красиво, да? Воздух приятный, морской. Я бы с удовольствием посадила бы себе такие цветущие деревья. По-моему, я хожу по кругу. Где мои мальчики? В общем, я их нашла. Они стреляют в тире. Вон. Сейчас, может быть, игрушку какую-нибудь выбьют. Посмотрим. У нас папуля стреляет. Выиграет, может, нам все с игрушку? Давай, папа! Отскакивают шарики. Папочка у нас выбил все баночки, и мы выбираем себе игрушку. Какую? Акулку? Ура! Ну, акулка, ну это мамина. Папа для мамы выбил. Да ладно, шутка. Очень интересная такая аллея. Все из зонтиков. Небольшое кафе и зона, где продают, ну, собственно, всякие сувениры, одежду. Смотрится красиво. Орхидей пока я вообще не наблюдаю. Я даже не видела ни одного цветочного магазина, даже чтобы были срезы цветов. Так что продолжаем искать. Ну что, мои дорогие, проехались мы по Адлеру, искали орхидеи, но ничего не нашли. Несколько магазинов были с цветочных, где продавалось просто срез цветов, мягкие игрушки. Орхидей там не было, мы поспрашивали, сказали, что это, ну, не особо актуально, не требуется спросом, поэтому орхидеи они не привозят. Вот. Бывает, что несколько орхидеек они привозят к 8 марта, ну и в общем... Все на этом. А еще поспрашивали, где вообще возможно купить орхидеи, сказать, что иногда привозят в Магнит. Ну, мы зашли в Магнит, и, к сожалению, в Магните тоже не было, поэтому я разочаровалась в плане орхидеи, да, что они в Сочи их практически не найти. Я знаю, что есть какой-то только один интернет-магазин, скорее всего, там, кто увлекается орхидеями и заказывают орхидейки. Вот. Но в основном, да, скорее всего, это интернет-магазины. И коллекционеры, которые живут в Сочи, знаю, такие есть, именно приобретают орхидеи себе вот таким образом. Ну, в общем, сам город мне понравился, мы очень хорошо повеселились, и, собственно, отправляемся в обратный путь, да, мы были всего пару дней, и один день потратили на то, чтобы найти орхидеи, но, к сожалению, так и не нашли. Но ничего страшного. Попытаем успеха в Краснодаре, уж там много красоты. Все, мои дорогие, всем пока-пока, до новых встреч! Смотри, заезжай. А такой маме. Да, доботы сражались, смотри. Здесь вот ехал классный добот, а здесь стоял синий добот и оранжевый добот. Он такой поезжает и дальше едет. Да, точно, сыночка, точно. Ребят, считаем туннели сколько, давайте посчитаем. Это один. Один. Сейчас, мне кажется, здесь много туннелей будет. Да, мы уже выезжаем.